На предстоящих парламентских выборах в Молдове усилится геополитическая война между Востоком и Западом. Об этом заявил спикер Андриан Канду в интервью латвийскому изданию. Он ожидает, что граждане республики выберут проевропейские политические силы и отметил, что на предстоящих выборах депутатов смогут выбирать в том числе по одномандатным округам, что, по его мнению, снизит влияние пророссийских сил. В этом контексте Канду раскритиковал искажение информации в российских СМИ, в частности, о деятельности молдавского правительства. Он упомянул, что Североатлантический альянс недавно открыл в нашей стране бюро сотрудничества, что означает укрепление диалога Молдовы с НАТО о гражданских миссиях. В то же время российские СМИ, по словам спикера, преподнесли эту новость как то, что наша страна станет членом Альянса. Кроме того, считает Канду, в Молдове усилилась активность пророссийски настроенных негосударственных организаций и наблюдается рост разведывательной деятельности. Канду также коснулся вопроса о незаконном размещении российских военных в Приднестровье. Он считает это угрозой и для безопасности страны, поскольку это факт нелегального военного присутствия.